Дорогие друзья, у нас первый конкурс. Приветствие. Максимальный балл за конкурс приветствия 6 с плюсом. Тема игры Олимпиада. И по порядку первой. Мы договорились, что мы все команды встречаем очень тепло и радостно. Договорились? Да. По-нашему, по-калифорнийски, да? Итак, свое приветствие в финале 10-го чемпионата Американской лиги КВН. В игре тема, которая Олимпиада. Под ваши аплодисменты показывает команда «Стиляги» из Чикаго. Председатель Российского избирательного комитета Чур передал Путину к Новому году 100 миллионов бюллетеней с галочкой в клетке «Единая Россия». Потому что лучший подарок – это сделанный своими руками.
Новости спорта. Чикагская Олимпиада под угрозой срыва. Все спортсменки дисквалифицированы. В их крови был обнаружен шопинг. И снова о политике. Это реплика от Николая Дроздова. Срок беременности слонихи 4 года. Но ее же не просят всем зоопаркам остаться еще и на третий срок. Случай у дантиста. Доктор, вот здесь у меня очень болит зуб. Что вы говорите? Ну давайте посмотрим. Раздевайтесь. Только он же у меня во рту. Как во рту? Ой. Ну, тогда будем вырывать. А имплант мы вам прямо объяснуем. Доктор, винтим не предлагать. Доктор, нам винтим, пожалуйста. Чуть-чуть винтим. Я уже раздеваюсь. Совсем чуть-чуть винтим. Сегодняшний день в истории. 26 января 1937 год. По указу Сталина на дискотеках страны все танцуют чечетку и польку бабочку. Настучал и упорхнул. 26 января 1974 год. Алла Борисовна Пугачева впервые пробует курить коноплю. Совершенно спокойно и на «ты» обращается с русским языком. А мы продолжаем нашу встречу. Финал, тема игры «Олимпиада». На сцене свое приветствие, опять-таки под ваши аплодисменты, показывает команда «Южный темперамент Нью-Йорк». Они до нее пройдутся пешком.
команды, которые в первую очередь хотят понравиться зрительному залу. Есть команды, которые хотят в первую очередь понравиться членам жюри. А есть команда, которая в первую очередь хочет понравиться девушкам. Команда «Филяги» из Чикаго. Самая стильная и самая модная команда. То, во что они одеваются сегодня, мы будем носить завтра. Если в зале слышен крик, это значит вон над крик. Мы будем танцевать, странные танцы, мы будем танцевать. Я конформизм не понимаю, местные порядки. Остановит меня полицейский и говорит, куда вы едете? Покажите драйвер лайсенс. Я не могу найти на карте это место. Драйвер лайсенс. Мы будем танцевать, странные танцы, мы будем надевать. Вчера ночью наш Фарид провел ночь в горничной гостинице. И вот что он заявил ей с утра. Мы будем танцевать, странные танцы, мы будем надевать. Южный темперамент на проверке в аэропорту JFK, Нью-Йорк. Alright, next. Beep. Go, next. Beep. Go, next. У меня полетела трансмиссия. Аэрофлот, летайте с нами. У нас летит даже трансмиссия. Странные танцы мы будем напевать. Репетиция команды «Вон над крик» за день перед игрой. Значит так, ребята, пожалуйста, главное это настрой. Настрой, пожалуйста, настрой, ребятки, настрой. А по-моему, нас семеро. Значит, южный темперамент сегодня опять будет шутить про Кавказ. И это здорово. Чем это здорово? Ну, мне такие шутки нравятся. Ну, мне тоже нравятся, но как мы их победим? Концентрация, мой мальчик, концентрация, концентрация и никаких девочек перед игрой. Концентрация! Контрацепция, Паша, контрацепция. Артур, ты что делаешь? Качаюсь. Почему? Хочу губернатором стать. Город Баку подал заявку на проведение чемпионата мира по художественной гимнастике среди женщин. Внимание, обращение президента художественной гимнастики города Баку. Hürmetli tamaşaçılar, akşamınız xeyir olsun. Mən художественной гимнастики президентiyəm. Gəlmişəm sizin yanına 50-50 vuraq. Извините, я начал на французском. Уважаемые друзья, год 2008 приглашает нам к вас. Вас, да, вас к нам. Слушай, какой могу написать вас нам вместе? Душевые оборудованы как нигде. Раздевалки. Простите, гримерки. У нас раздевалки. Оборудованы современными видеокамерами. Ой. Видеокамерами? Извините, не то сказал, извините. А сейчас миниатюры, не показаны нами на вечере черного юмора. Они не прошли цензуру. Сынок, посмотри на девушку. Да. Какие формы, какие очерченные формы. Да, папа. Какие губы, какие шея. А какие ноги? Какие ноги? А ты на бюст-то ее погляди, бюст. А волосы? Да уж волосы. Посмотри на ее косметику, закачаешься. А когда она ходит, бедрами туда-сюда, туда-сюда. Уважаемые родители, никогда не рано говорить со своими детьми о сексе. Случай в роддоме. Наташа! Наташа, ну кто? Папа, это я, мальчик. Мама устала, отдыхай. Вот
новый 2008 год. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Давай, 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 наливай! Давай, еще раз наливай! Кайфуем! Сегодня в Новый год кайфуем! И я опять тебя целую! Эй, вы в шестой камере! Хорош орать! Подъем в 5 утра! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! А я опять тебя целую! И забываю обо всем! Уважаемые друзья! Уважаемый господин ведущий! Уважаемые члены жюри! Уважаемые соперники! Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Везде хорошо, а дома в Пало-Альто все-таки лучше. Южный федеральный в Нью-Йорк. Если кто-то никогда не бывал в Нью-Йорке, вот ребята говорят с нормальным бруклинским акцентом. Итак, мы продолжаем свое приветствие в финале 10-го чемпионата американской лиги КВН в игре, тема которой Олимпиада, показывает команда «Сборная Walnut Creek». Как и на Олимпиаде, побеждать надо красиво. Это Валя. В детстве у Вали из игрушек были только плоскогубцы. Поэтому Валя вырос слегка зажатым мальчиком. Это Жека. Вчера Жека застрял в лифте. Мат стоял трехэтажный, но Жеке надо было на четвертом. Это Леша. Вчера у Леши украли картину «Стыд» и картину «Совесть». Теперь у Леши ни стыда, ни совести. Это Саша. Наш Саша боится микробов. В детстве микробы его побили и отобрали все деньги. Дамы и господа, встречайте, сборная Walnut Creek, коллекция зима 2008. Браво! Браво, мастер! Мы даже перед выступлением хотели раздать всем программки, но так и не решили, на C++ или Java. Вон на последнем ряду двое целуются. Ты чё, Вань? Это не последний ряд. И они не целуются, они совещаются. Вообще это жюри. А пока Валентин краснеет, извиняется. У нас эстафета спортивных новостей. Скандалом завершилось выступление армянских бобслеистов. Водитель бобслея отказался трогаться, пока все не передали за проезд. В Ватикане прошел чемпионат мира по художественной гимнастике. Победил Папа Римский, ибо на то воля Божья. Сборная Кении по футболу поменяла главного тренера на зеркальце и бусики. На первых Олимпийских играх спортсмены выступали голыми. Именно поэтому тогда у мужчин не было бега с барьерами. Геймер Василий Приставкин столкнулся в переулке с хулиганами. В результате столкновения Василий потерял 30 поинтов здоровья, 127 поинтов богатства, но заработал 15 поинтов опыта.
А сейчас роддом возле стадиона «Динамо». Лена! Кто? «Спартак». Сколько? 2-0. Yes! А у нас серия очень коротких миниатюр. Итак, Лёша у стоматолога. Лёша первый раз на стриптизе. Лёша на мужском стриптизе. Лёша на американских горках. Лёша на электрическом стуле. Лёша узнал, что он сын Евгения Семёновича. Евгений Семёнович узнал, что Лёша его сын. А вот что скандируют футбольные болельщики из Сан-Франциско. Судья натурал! Судья натурал! Судья натурал! Алло! Алло, девушка! Здрасте! А можно мне, пожалуйста, пиццу? Ну, пепперони, да. А, с грибами? Да, конечно. А, сыр? Ты сыр будешь? Буду. Да, сыра тоже посыпьте. И, девушка, побыстрее. А то, если через 20 минут это не будет готово, заложник умрет! Российские ученые удачно клонировали бутылку водки. Но, как говорится, сколько водку не клонируй, все равно два раза клонировать. А сейчас роддом в Одессе. Лена! Кто? Чемпион КВН 87 года в составе одесских джентльменов, президент американской лиги КВН Евгений Каринский. Yes! А вот как тренер сборной России по футболу покупает новый мяч. Так. Где же? О! Человек! Привет! А мячи свежие? Конечно, свежие, брат. Сегодня завезли. Слушай, а можно попробовать? Почему не можно, да? Бери, брат, угощайся, да? Положи мяч! Беру! Саш, ты куда? На кладбище. Зачем? Схорониться мне надо. А у нас сказка. Значит так, уезжаю я, дочери мои, в Мексику. Что привезти тебе, старшенькая дочь? Привези мне, батюшка, двух мексиканцев. Тебе зачем? Крышу починить. Что привезти тебе, средненькая дочь? А мне, батюшка, привези буррито. Регулар или суприм? Регулар. No beans, salsa и гвакамоле. For here to go? To go, please. Ну, а что привезти тебе, любимая моя младшенькая? Мне, батя, привези бутылку текилы. Может, лучше все-таки цветочек аленький? Цветочек аленький, оно, конечно, хорошо. Но к этому чудовищу без бутылки никак. Семенович, ну кто? Команда КВН, сборная «Волнот Крика». Здравствуй, Сан-Франциско, город Силикиска. Здравствуй, Павел-Альто, мозговой ракет. Здравствуй, Санта-Клара, и виски, и опары. Но для нас важнее город «Волнот Крик». Могу сказать, сборная «Волнот Крика».
Спонсором команды КВН сборная Walnut Creek является под ваши аплодисменты компания Alta Flooring and Design Center, которая удобно расположена в городе Бурлингейм. Это, я не понял, Бурлингейм — это Hebrew name для Walnut Creek? Okay. Компания Alta Flooring and Design Center, удобно расположена, помните где, да? Это огромный выбор высококачественных напольных покрытий от ведущих мировых производителей. Компания Alta Flooring and Design Center – это продажа, установка, профессиональная консультация по выбору материалов по доступным ценам. Компания Alta Flooring and Design Center – стиль, комфорт, элегантность. Это спонсор команды сборная Walnut Creek. Сейчас, перед тем, как мы увидим, услышим оценки за приветствие, я хочу пригласить для участия в конкурсе «Разминка» под ваши аплодисменты играющие сегодня команды. Итак, сегодня играют «Стиляги» из Чикаги, «Южный темперамент» из Нью-Йорка, «Сборная Walnut Creek». Максимальный балл за конкурс. Приветствие. Максимальный балл за конкурс приветствия 6 с плюсом. Первыми показывали свои приветствия стиляги из Чикаги. Пожалуйста, оценки стилягам из Чикаго. 5 с плюсом, 5 с плюсом, 5. Вслед за ними свое приветствие показывал «Южный темперамент» Нью-Йорк. 5 с плюсом, 5 с плюсом. И, наконец, завершала конкурс приветствия сборная Walnut Creek. Пять с плюсом, 6. По нашим правилам, одна максимальная, одна минимальная оценка отбрасывается. Из оставшихся находится средняя арифметическая методом сложения и деления. Ну, вы знаете, люди обычные. Итак, пожалуйста, оценки за конкурс приветствия. За конкурс приветствия. Стиляги из Чикаго 5,8. Южный темперамент 5,58. Walnut Creek 5,67. Итак. Я не помню, это калькулятор у вас свистел?